тех пор, с истории, когда Великая Россия помогла освободиться Греции от османского ига, от Османской империи, то мы говорим, что эта великая дружба с тех пор продолжается и сегодня. И когда мы сегодня отмечаем День независимости Греции в самой России, в нашей прекрасной Анапе, это говорит о том, что братские узы сохранены на века. Праздник Дня независимости Греции объединят с празднованием юбилея. В этом году Анапской общественной организации греков Гаргипия исполняется 25 лет. В субботу, 28 марта в 15 часов в храме святого Георгия Победоносца в селе Витязево пройдет служба, которую проведет епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. В 18:00 в сельском доме культуры состоится праздничный концерт, а 29 числа в 11 часов в Доме культуры состоится встреча с кинорежиссером из Москвы Константином Харлампидисом. Все желающие приглашаются на мероприятие.